Класс! Боже, у меня круга не было! Сколько лет! Желтый, он будет у меня как этот, как солнышко. Да все, ты просто отпускай все. Он не будет спускать. Отпускай. Вымазала чуть-чуть. Спасибо, Нателла. Сейчас ноги мыю в бассейн. А? Ноги мыю в бассейн. Ну куда я плав, как ты меня снимаешь? Ой. А я успеваю тебя снять. Ты уже народилась, да? Класс. По моему примеру пошла. Это была первая. Миша садок все равно. Да ничего. Я вторая. Сейчас сколько времени? Пол пятого уже, да? Да, пятый час. В общем, она прокролировалась, она отфильтровалась, уже можно в нее. Уже он теплый. Мне, конечно, нежелательно, но мне очень хочется. Ну так, просто залезь и вылезь. Да. Это самое. Людочка уже испробовала. Да. Я буду, извините, пожалуйста, чтобы телесами не трусить вот этом вот, потому что знаю, что... Мама, прямо, чем там тебе трусить? Мы снимаем на камеру. Нет, уже некрасиво так. Да? Я взрослая женщина, конечно. Да что вы говорите? У меня что-то... началось... Да. Ну, что ты скажешь? Она теплая? Да? Да. Я не буду на круг садиться. Чего? Ты сразу окунись. Ой, класс. Да? Все, хорошего понемножку. Да. Отлично, это супер. Ой, зонтик по мне подкупальный. Да, зонтик вообще я выбрала. Мой с мячиком, да. Ты что, такая скидка была? Вообще, зонтик бесплатный, вообще бесплатный. Ты что? Я не могла, не могла вообще. Ну, спасибо, что вы бассейн хоть сохранили. Да. А тут крысы пожрали. Да. Это какой, третий уже, да? Ой, мама, я не знаю, я расстраиваться. Ну, надо теперь его высушить. Если бы хотя бы крысы хоть что-то оставили, так мы бы Жене, соседу, дали его. Он бы залатал. Не, я имею в виду, что ему кто-то отдает дырявый бассейн. Детям бы он сделал. Да, Женя бы сделал. Ну, там вообще даже нечего было. Ребята, это жесть. Да. Это, знаете, как можно сказать, это вкуснятина, знаете, вкусно. Да. Вкусно. Деток так, обязательно конечно, позовем, они очень хотят. Конечно, он по колено мне. Так, а он не надо, это же лежать. Водичка да, лежать, да, как в ванной. Это же не, ну... А что покупать уже, знаешь, такой... Мы же не дети. Это сколько? 15 тысяч, 16. 15, так он всего лишь 1,20 м в высоту. Это вот так. Меньше. Ну, до груди где-то. Я 1,65 м. Мам, ну до груди, говорю. Ну, вот я да. Ей так показала. Где у меня грудь? Вот моя грудь. А, ну смотря как настроить купальник. Да. В общем, ну вы поняли. Что, все? Моя хорошая. Ну я же лишний, я же кашляю. Ну да, ладно. Вот... Надо еще мячик купить, играть. Да, баскетбол, бадминтон. Бадминтон, да. Да, мальчик. Бабушки, я молодец, я только что сказала, ты молодец, говорю. Засадила мне вот тут все кукурузкой. И правильно, глянь, будет прям забор для меня. Да, ребята, мальчиков пригласить поиграть в баскетбол прям в воде. Мальчиков. Не-не, мы потом деток обязательно их сюда запустим, пусть полчасика поплавают. Еще вода холодная. Я Никиту уже купала. Да? Позапрошлым классом. И как? Сколько он орал? Да? Нет, это не тот ребенок. Нет? Нет, это не фигет. Они вот так вот по локоть. Они очень нежные. Да, солнышки такие, да. Но они пришли ручками, потрогали. Бассейн, вот так бассейн. Вот, по локоть. Да. Фух, класс. А ты показывала, что мы Жене сделали? Бак принесли. Еще нет. Приходил Женя, сосед. Ну как приходил? Он крикнул: Людочка, привет. А я говорю: о! Я говорю, иди сюда. Дали детям на мороженое. 200 гривен, да. Ну, я так говорю, что 200 гривен. Это самое. И они с Людой вдвоем. Он взял, короче, железные трубы, вот так вот клал, я ему подкладывала. И он как выкатывал. Тяжело было вот тут. Он же не порушил ничего. Смотри, и Роза все на месте. И Роза все на месте. И посмотри, ему здесь место. Да я прям придумала хорошо. Это я... Да, мама! Люда, я его разобрала. Я его... Ну так а что ж ты его разобрала? Я же сказала разобрать. Я его тянула. Ну я ж...
А кто сюда придумал поставить? Я! Я говорю, мама, я пришла, тебе рыбак надо убрать. Женя придумал вчера поддоны, спорили с ним, ты. Я, короче, здесь вообще. Все вы, понимаете, вы энтузиасты. Ну, а ты шея. Домщики, нет. А я физически, бляха-муха, воплощаю. Короче, бак вообще. Мы его сдадим на металлолом, когда металл повысится в цене. Сейчас он 3 гривны. Обязательно. И с соседями поделим выручку. Он очень, это, очень тяжелый. Очень, да. Да, у них как хлеб даже не было. Но мы с тобой поделились и правильно. Конечно. Молодцы. Да, да, да. Молодцы, потому что нам помогают, и мы должны помогать. Конечно. Спасибо огромное всем. Вы я шо? Конфет дала. Я сейчас дыньку покушаю. Все, выключай, я пошла греться. Степаша довольный, и мячик везде с ним. Обратите внимание. Во, во, во. Он куда идет, только с мячиком. Люда, это я на мой канал снимаю. Я уже выложила видео, друзья. Смотрите, пишите, как вам понравилось, не понравилось. Я сказала маме, что я забыла, что я блогер. Так она как дала мне просраться. Ссылка в описании. Да, ссылка в описании. Золотая рыбка или рыбка золотая, я не помню. Рыбка золотая. Не, по-моему, золотая рыбка. Ты золотая, какая разница? Фух, ну вот, золотая рыбка теперь. Нет, нет, рыбка золотая. Я запуталась уже, как мой канал называется. Рыбка а подумайте, может как-то переименовать или не надо? Что ты у меня рыбка, ну почему ты переименовала? Да? Ты лица закрыла, ты меня опять так открыла. У меня комплекс выработался. Комплекс. Мам, ты шикарно выглядишь. Я понимаю, но у меня столько от комментариев понаписывали. Старуха, 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 старуха. Ну да, не молодая уже. И я уже поверила, что я уже полвека прожила. Пора умирать. Хорошо. Ну все, друзья, гашу кино, бо мы не звезды. Нет, гаси кино, я не звезда. Да. Включайте камеры, мы звезды. Да, да, да. Даже лед добавила. У Людочки лед был, она вот так вот давно уже лежит. А 9 мая еще она с работы покупала. 100 гривен там, по-моему, мешок целый. Вот так, ну. Вот столько вот сыроватки я добавила. Мама покупала. Она такая вкусная, настоящая, не магазинная, а из-под коровы. Класс. Ну, сейчас пару часов постоит. Добавила капельку лимонной кислоты обязательно. Мам, можешь доесть, пожалуйста? Давай. И кусочек колбаски. Угу. Все, я тоже похожу. А урез не вкусный. Степа, уйди с перцем. Уйди. Какой он красивый, прям не могу. Я живот выпучила. Ты живот выпучила? А где мама. Ты? Живот выпучила. Так, мама сегодня клубничку всю собрала. Буду делать варенье. Сейчас девочки напишут мне экономный вариант. Как надо. Вон как свеколка поднялась. Слава Богу. Вот так, друзья, море нам закрыли. Наверное, неизвестно насколько. Вот так обидно слушать, как, что получают в Херсонской области паспорта, да, российские. Все закрыто. Для нас теперь все закрыто. Мама, да хоть паспорта, хоть хай что хотят. Главное, чтобы люди были живы. Ну да, чтобы были живы, это правда. Ну, потому что они продают. Каждый сам выбирает. Человек с Херсона уедет в Украину. Что там останется? К нам приедет, да. Будет украинец, не будет принимать этого. Все нормально. Да, все зависит от людей. Да. Раздают, пусть раздают. Хорошо, хоть раздают. Ну да. А то, знаешь... Они убивают, да. Ага. Не дай бог. Хватит уже нам Мариуполя. Сейчас Донецк. Ой, ужас. Там нам новости. Это просто. Ну ладно, давай не будем, потому что у нас канал не ты об этом. Ты сама. Да, ну потому что я вот наш расстраиваюсь. Давай я скажу одну. Ой, послушают песни. Ой, боже мой. Песни. Макс Корж, да? Да, Макс Корж. Дом, домой сейчас. Ой, я плакала, когда эту песню послушала. Я реву прям, у меня аж сердце кровью убивается. Ребята, Макс Корж, сейчас, только не включай, то меня YouTube не пропустит. Название песни просто скажи. Да, у меня нет интернета. Как всегда, блядь. Короче. Включи, на нет. На защиту дома. Стой, подожди, сейчас. Мы уже поругались, пока я отстала назад. Короче, Макс Корж. Свой дом. Послушайте, пожалуйста. Вы будете в восторге. Я ревела, правда. Все, а все будут реветь, и украинцы, и россияне будут реветь, когда будут эту песню слушать. Все правильно вам сказать. Очень тяжелая песня, очень тяжелая. Такой текст.
Особенно вот, знаете, ребята, нашему поколению, которое нам... И музыка так передает это все. Ну, музыка, музыка, и знаешь так, а вот именно слова, текстовый посыл, это просто плакать хочется, и все. И действительно, это ж правда, что он поет. Правда. Никуда, правда, ты не денешь, как бы ты ни хотел. Правда, ты никуда не денешь. Ребята, правда, она одна. Она одна. Она одна. Поддерживать такое нельзя. Ну, да он живет в своей стране. И пускай, мама, и пускай баста, себе живет в своей стране. Баста. О, как тебе хорошо в этих очках. Ё-моё. А что это за очки вообще? 30 гривен я купила в этом. Да? Пятерочки. Пятерочки? Ну, рукавичка или пятерочка. Солнце, у тебя телефон? Нормальный у меня телефон. Негодяйка. Сам что-то я негодяйка. Я негодяйка. Ой, со всех, так красиво. Ты моя сладкая девочка. Ты моя хорошая. Да.